В Вольске на базе военного института в финальном конкурсе «Полевая кухня» впервые принимает участие 21 команда военных округов и флотов ВДВ, РВСН, 12 ГУМО, ВКС. Также свои команды выставили Вольский военный институт материального обеспечения, Росгвардия и МЧС России. Всего более 80 военных мастеров кулинарного искусства. Игры стартовали 20 мая и завершатся 25 числа. Конкурсанты показывают умения и навыки не только на практике, но и сдают теорию, физподготовку и стрельбу. За первый день соревнований лучшие результаты в стрельбе показали коки Северного флота. Стрельба по мишеням выполнялась из автомата АК-74 и пистолета ПМ. Второе и третье место заняли команды воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск. Далее повара из 4 военных округов соревновались в приготовлении полноценного обеда по произвольной рецептуре из продуктовой корзины, в которую входит около 50 наименований продуктов. Готовим сегодня по произвольной программе, то есть команда дана выбора готовить то, что они запасли уже заранее, свои заготовки, назовем так. Они будут готовить полную закуску одну, первое блюдо, второе блюдо мясное с гарниром и третье блюдо. Исходя из этого будем оценивать. Пекари на полевых средствах хлебопечения выпекали различные пироги, пончики, булочки и другие виды хлебобулочных изделий. Для соревнований пекарям было выделено одинаковое количество продуктов – пшеничная мука, яблоки, джем, повидло, сыр, творог и так далее. У нас сегодня будет растягай, потом у нас курник, булка с маком, рогалик с повидлом, московская булка, рулет с грецким орехом, плюшка, дорожная булка, ежик будет с изюмом и будут блинчики. Флотские койки готовили полноценный обед в специальных лабораториях, где установлено такое же оборудование, как на камбузах кораблей и подводных лодок. Из какой кухни блюда вы сегодня готовите? Из русской кухни готовим блюда. На первое мы готовим солянку мясную сборную, на второе картофель запеченный с розмарином и курицу тушеную с сливочным соусом. Сейчас суп приготовим, суп по-домашнему с лапшой, рулеты с говядиной и грудная из курицы. Вы уже участвовали в подобных конкурсах? Ну, такого уровня нет. Другие этапы, да, участвовал, а такого уровня еще нет. Всего командами было представлено свыше 50 блюд и свыше 60 наименований хлебобулочных изделий. Для оценки качества приготовленных блюд работала комиссия, в которую вошли представители всех родов войск, участников конкурса «Полевая кухня». Ее члены оценивали как вкус, цвет, запах, так и внешнее оформление. По итогам соревнований определится российская сборная команда, которая примет участие в международных играх и посоревнуется с военными поварами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Конго, России и Шри-Ланки. Оксана Бедова, информационный центр «Вольская жизнь».